Принимаем вопросы от пожилых людей, касающихся разъяснения норм законодательства, вопросов предоставления льгот и иных мер социальной поддержки. Вопросы в основном типичны. Как получить льготу, как оформить выплату, как получить реабилитационные услуги, как получить путевку в одно из учреждений, которое подвязано Министерству социальной политики. И как показывает практика, в результате ответа на эти вопросы и наших конкретных действий, проблемы людей в основном решаются. Если есть проблема, звоните либо уполномоченному по правам человека в Нижегородской области, 411-87-81 наш телефон, либо обращаться к нам в письменной форме, либо все-таки обращаться в те юридические организации, которые на уровне области официально признаны, они официально существуют, и с тем, чтобы та либо иная проблема была разрешена.